Где же правда, где же боги? Кто писал судьбы дороги? Кто решает, что уже пора? Вы ушли, не попрощались, только в памяти остались. Вы с улыбкой остались навсегда. Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. Родным скучаю, как же мне вас не хватает. Но зачем так рано вы ушли? Я прошу, я умоляю, и молитвы вслух читаю. Возвращайтесь, родные мои. Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. Сердце боль невыносима, кто хоть раз терял любимых, почему же мир несправедлив? Как же должен я молиться, чтоб сумели вы спуститься, хоть на миг увидеть всех родных? Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь. Thank you.
Вечи я молюсь об твоей душе, сожигал Бога за лица веровал, и веру произнесли на святых, и решили волю твоим Богом, Господи, помилуй. Благословенный грехов его, Христа, и света, и царя, и его нашу Господи, дарай Господи, и его труду молимся, Господи, помилуй. Я надеюсь, что ты сильный живой покой, усопший народ, и царя веровал, и решил Бога наш, и тебе слава, слава, и тебе начальник, и на святых, и сопри святым молимся, и любви. Thank you.
Господь наш Иисус Христос, Божественная благодать, да будет власть данная Святым ученикам и апостолам, выжили из отрешите грехи человека, грехи любви, по сынам, их же посетите грехи Иисуса Сыем, их же лежит тем держаться, или каче свяжете, защищая сами будут связаны, отмещены на Иисусе, кто не жили на друг друга принимать, на пришедшие, да создавать, на сыне, не допочтение, да сыне, луча на романа, он все грехи, как он слышит, Бога слова, и дело были мысли, и всеми своими чувствами, волей или неволей, убедением или немедленным, а сейчас подпрятно, или отлучением, от хирии, с кем быть, с кем быть, не вящий прят в отца, сам были матери, нет, если бы не юзаешь, то разрешить его, или же надеющийся смазать, когда бедность попросить ему, человек обижает своего, молитвы безответ, который научит нашего говорить сердце молитвы, своей славы, Святого Господа, и все святые. Но как бы печально сегодня не было, мы должны помнить, что
На этом наша жизнь не заканчивается. Наша жизнь, жизнь человеческая, она не ограничена только этой временной земной жизнью. Есть и другая жизнь, которую мы называем жизнью за гробом или же вечностью. И та жизнь реально существует, она более реальна, чем наша эта временная земная жизнь, которую мы можем наблюдать сейчас. Для нас, для человеков, для людей смерти практически не существует. То, что мы привыкли называть смертью, это всего лишь успение нашего тела. Наше тело, оно бренное, и рано или поздно оно заканчивает свою земную жизнедеятельность. Но душа наша бессмертна и умереть не может. Поэтому, когда наша душа, когда наше тело становится бездыханным, наша бессмертная душа отделяется от нашего живого тела и уходит в ту вечность, откуда она пришла. То есть наша душа возвращается к себе на родину. Хотим мы в это верить или не хотим, принимаем или не принимаем, независимо от наших убеждений, вероисповеданий и так далее, каждый через это пройдет. Каждый из нас столкнется с той другой реальностью, войдет в нее прибит, какая она есть. И в тот момент, что каждый из нас станет истинно верующим человеком. Но, к сожалению, для многих этот момент будет слишком поздно, потому что вернуть время обратно, что-то из страха нельзя. Надо всегда помнить, для чего мы живем здесь на земле. А живем мы здесь всего лишь для того, чтобы уже здесь научиться жить Богом и подготовиться к переходу вечности. Если мы этому научимся, то наша смерть, какой бы она ни была, и где бы и как бы она нас не застала, она не будет для нас каким-то страшным фактом. Мы их с радостью примем в мир. И наоборот, если мы не захотим жить Богом здесь и не подготовимся к этому переходу, то когда мы своей бессмертной душой все-таки предстанем пред Богом в данном вечности и увидим, как с ним там хорошо, мы все равно не захотим с ним и там, потому что они хотели этого при жизни. И тогда мы же будем там мучиться, увлечаемся собственной же совестью, которую там обмануть уже не сможем. Мы там не сможем сказать свое оправдание, что мы там чего-то не знали, чего-то не слышали. Там оправдание уже не будет. Но также хочу сказать, что как бы мы ни старались здесь на земле жить правильно или правильно, к великому нашему сожалению, мы знаем, что при жизни практически или полностью святыми мы стать не можем. Не можем по той простой причине, что мы очень сильно слабы и сильно привязаны к нашим дурным привычкам, страстям, слабостям. И из-за этого мы очень часто отпадаем в различные грешения. В связи с этим практически у каждого человека после его смерти остаются какие-то грехи нераскаянные. И эти грехи, конечно, будут всячески мешать нашей душе попасть в Царство Небесное, куда стремится каждый христианин. Но для этого остаются еще живущие родственники на земле, которые обязаны молиться о своих почивших судьбах. Обязаны, потому что благодаря молитве родственников Господь прощает оставшиеся грехи и принимает души в Царство Небесное. Но существенно могут помочь нашим почивших судьбам. Если мы будем думать, что это не важно, что это все глупости, и не будем о них молиться, не будем помогать своей молитвой, придет день, он неизбежно придет, когда и нас зарывают, закопают, и никто нас уже не вспомнит. Во всяком случае, молитва нам говорит, кто не помнит. Вот тогда мы на себе почувствуем, как это быть оставлено и никому не нужно. Тогда будет уже страшно. Поэтому не забывайте, молитесь за их почувствие, помогайте себе молитвы. Основное значение может проходить здесь, в Патрисе, после последних слова, она называется дочь, и дочь, и не сделать уже могилу. Но в ней мы укроем гроб только для того, чтобы посыпать смерти и предать тело, чтобы любить. Сейчас начинается жизнь просто.
разбирается с ключами, ночью. Thank you.
приходите по три пригоршни земельки, бросайте в могилу со словами во имя Отца и Сына Святого Духа. Thank you.
Zabadil.
Молодец.